Я тоже так думаю, блядь. Вот в тайге, чтобы собаку покормить, чашки нету, кастрюля нет, бересту содрал, углы загнул, вот так, или же палочкой, или проще проволочкой стянул, вот получается миска. Собаки. Собаки. Ну, даже самому чашечку сделать, поесть, только миниатюрную, не протекает. А собака, если столько съест, не лопнет. Вот. Вон как углы загибается. Вот. Берешь, сложил сюда. Вот этот или еще сюда. Если даже можно палочкой проткнуть острый. Когда она мягкая же береста. Ага. И углы соединил, все. Вот уже лежит, три или четыре года лежит. Вот эта миска здесь. Ага. И ни хрена не делается. Но ни воду не пропускает, ничего. Ничего, да? Абсолютно. Но... Экологически чисто. Да, это уж точно. Не ржавеет. Ничего, блин. Вот так-то, блин. Кружку. Кружки нету. Тоже так же сейчас сожрал берестину, сложил, вот тебе кружка. Пей. И что хочется. Ну, пошли за рыбой. Самый красивый. Вот, чтобы сучок на костер порубить, так же он никак не пошел. Вот его вот так рубит, вот. Наискось. А потом вот так, раз. Готов. Дальше. Только бить нужно наискось. И потом обухом его. Сейчас порубим. Ага, мало. Такой сучок вместе с топором. Там и отвалился. О. А, нету. Ну, и пошел кромсать.
Так, вот сучки, чтоб в костер сперва так отрубить, потом вот так. Вот топор раз. Оп. Оп. Вот так раз. Вот сучок. Вот те очки. Пожалуйста. Вот. Кому может пригодиться кому-нибудь в тайге. Так сучок-то не загорится, а вот так, когда его поколешь. Вот. Он же сухой. Вот. Положь его на костер. Он долго будет гореть. Кому-нибудь может пригодиться это в тайге. Не каждый знает, как это разрубить. Фу, в тайге всему научишься. Всему. Не зря прожил 79 лет. И в тайге примерно около 55 и под 60 это точно. Я провел в тайге и на реке. 30 лет только охотился. Сколько у меня крови выпили комары. Это счет. Ой, ужас, блядь. Вот добрались до озера, где еще вообще никто не рыбачил. Никогда. Через марь. Через чищу, но добрались. Такие вот красивые таежные озера. Полнёхонькие карасей. Ну показывай улов. Вот. Вот. Почти 200 штук. Без малого 200. Там 80 и... Ну, около 200 карасей. Самые вкусные караси вот в этом озере. Почему я такую дачу за ними езжу 130 километров?
Сейчас маленько не вылезла на шопе еще. Принял. Что у нас остатки стали, блин. Спишь, блин. Без задних ног дрыхнет. Набегался. Ну, зайца вчера погонял. Вот. Медведь добывает муравьев. Старых, гнилых. Этих. Вон на когти, видать. Вот. Как он драл, блядь. И таких вот валежин по тайге много, но я видел. Выцарапывает. А коготки добрые. Когти, ну ты что, когти? Вон, какие. О, надо так драть. Вот. О, когтями, блядь. Ну тут его мало что поживиться. Здесь муравей мало было. Мурашек. Ты рассказывал, что даже у лобаза он ногу перегрыз. Да, лисину. Вот такую толщину его, листянку, перегрыз и лабус уронил. И все сожрал. Все съел. Все, все, ничто не съел, все перегадил. Вообще, если вот так показать, ну и же не покажешь, нет. Камеры не было у меня, чтобы заснимать. Была бы у меня камера, чего бы я только не наснимал. Что вы никогда и не видели такого. Вот, оставил я трубы от печки. Вот сейчас прихожу, а там полная труба листьев. Вот смотрите, мыши заготавливают себе еду. Вторая труба. Сено. Листья. О, да зелененькие. О. И сюда натолкали. Вон набили кругом. О, запашливо. Во. Это их корм на зиму. Но это сеноставки или кто? Сеноставки, ну, пищухи. Пищухи, да. Ну вот, слава богу, нашлись. Вот этот комплект я забираю, наверное. Не, пускай лежит. У меня дома печка, а труб нету. У дяди Толи чего только в тайге не напрятано. Там лодки у него, там садки, там трубы лежат. Это я увижу. У меня дома печка стоит, а труб нету. Вообще поеду, а делать железа нету. Если его не будет, можно уже забыть про нее. Такими темпами, такими совками драть, это... Ну, конечно. Пиздец. Я там Калушке говорил, да поскольку он там бочек вывозил. По 20, что ли, бочек? Не, я один год 300 килограмм поеду, собирал такими темпами. Что, поедем? Поедем. Ну, чай пить будем уже на той заправке, на следующей.
мы возвращались домой. По берегам стояла вековая тайга, красивая и прекрасная. Подъезжая к устью Арги, ее сменил мертвый затопленный лес. Тысячи гектар убитого человеком леса. Такова судьба большинства водохранилищ. Зимой вода падает, летом поднимается, топит деревья, и они высыхают на корню. И почему-то вспомнились обидные слова зеленых в адрес Николая, который срубил одну живую ветку. Как говорил Лукиткан, глаза есть, а посмотри нету. Но мертвый лес – это не единственная беда тайги. Другая беда – это старательские артели, добывающие золото. За несколько месяцев они превращают реку вот в такой вот грязный, мутный поток, в котором не способно выжить ничто живое. Так и живем. Золотая цепочка на шею, на память о загубленной реке.